Город Южный, это Одесская область, уже больше суток остается без элементарных благ цивилизации. Нет ни света, ни воды, ни тепла. Виной всему резкое похолодание. Обещали устранить неполадки сегодня, работали весь день, но не вышло. Из Южного Андрей Анастасов. Похолодание принесло в Южный массу проблем. Город, в котором проживают свыше 30 тысяч человек, полностью обесточен. Электричество пропало еще накануне днем. Авария произошла на подстанции недалеко от морского побережья. Сразу после дождя здесь резко ударил мороз, провода покрылись слоем льда. В итоге оборвались высоковольтные линии, питающие город. Из-за неработающих насосов прекращено водоснабжение, не функционирует система водоотведения и, в конце концов, нет отопления. Более того, из-за обесточенных вышек связи не работают телефоны. Вот это самое главное, что нет интернета. Потому что, как бы, понимаете, ощущается, как бы вот потеряна связь с внешним миром. Оказывается, это очень ощутимо. Теперь на канализационной станции борются с нечистотами, откачивают и вывозят за город. Закрыты детские сады, школы, большинство магазинов. Электричество есть разве что в больнице. Тут свой генератор. Но и здесь функционируют лишь жизненно важные объекты. Операционные, перевязочные, лаборатории, пищеблок. Жители Южного выстраиваются в очереди. Спасатели организовали им подвоз воды, но предупреждают, пить ее нельзя. Она не предназначена для употребления в пищу, она только для технических нужд. Плачевно. В темных квартирах горожане жалуются на холод и отсутствие информации о ходе ремонтных работ. А еще экономят продукты. Доедим сегодня, а завтра не знаем. Если еще день-два, то... вот беда. Восстановить упавшие электроопоры аварийные службы должны были сегодня к полудню. Но во время ремонта, когда сбивали лед с проводов, упала еще одна подпорка. И это лишь усугубило проблему. Теперь чиновники говорят, электроэнергия в Южном должна появиться до конца дня. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.